В области стартовал прием заявок на гранты по проекту JAS Project. Те, кто разработал хороший бизнес-план и полной решимости продвигаться в предпринимательстве, могут рассчитывать на миллион. На данный момент идет информационно-разъяснительная работа с молодежью. В конкурсе в поддержку предпринимательства могут принимать участие молодежь категории НИТ от 18 до 35 лет. То есть это люди, не работающие и не получающие образование. Если в прошлом году данный проект был реализован в пилотном режиме в 6 областях, то в текущем году им планируют охватить 20 регионов. Всего выделены 280 безвозмездных грантов. В нашем регионе их смогут получить только 8 претендентов. Мы начали разъяснительную работу среди молодежи в социальных сетях. Полную информацию и свод условий можно также найти в телеграм-каналах. Все бизнес-инициативы нужно отправлять на специально созданную электронную почту. Затем их рассмотрит комиссия. Прием заявок осуществляется до 22 октября. Рассмотрение и выдача грантов планируется на середину декабря текущего года.